То есть зацепочка пошла какая-то, бах, там все капец, там, да, мир рушится. Вот, и ты думаешь, так, нужно это проработать в итоге, когда приходишь в себя, да. И вот это слово «проработать», оно такое многогранное, да. Хорошо, проживаю, принимаю вроде как, да. Там, и что-то вокруг да около ходишь, да, и как будто в какой-то зависон такой начинается, как будто зависаешь. И думаешь, так что же это в конце концов такое, вот это проработать окончательно, да? Вообще проработать, я тебе скажу, вот самый простой способ, он вообще самый простой. Это когда ты начинаешь просто по-честному вот сюда идти, прям в глубину. Мы не всегда бывает по-честному. То есть вот сейчас вот тоже вот мы шли, например, там с подругой там и разговариваем о чем-то. Она говорит, ну ты опять вот этого делаешь. И тут до меня доходит, что, оказывается, вот я сама не вижу вот тоненькую-тоненькую грань, где одно, а где другое. И когда я ее прочувствовала, то тогда понимаю, что я вот здесь вот проработки делала, а вот эту вот грань вот сюда вот все время западала, то есть здесь я проработок не делала, потому что я думала, что, ой, так это же одно и то же, а оно разное. Здесь одно, а здесь про другое. И между ними тонкая-тонкая грань, тонкая-тонкая черта, которую просто бывает, что не видим. И когда ты прорабатываешь там, не знаю, там, страх, да, какой-то, ну, к примеру, то ты не видишь между этим страхом тонкую грань, тонкую линию важности. Ты прорабатываешь все время страх, 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 а важность забыла. Или там какой-то, вот я, например, там я прорабатывала там какие-то оправдания, да, вернее, как я могу вот сказать вот так, я могу сказать вот так вот, то есть не бояться сказать определенному человеку вот эти вот вещи. Но забыла проработать там, что оправдание, то есть я из-за того, что, ну, то есть, чтобы было понятно, я определенному человеку, мне было некомфортно сказать что-то грубо там, но я вот это вот не буду делать, мне вот это вот некомфортно, вот я сейчас не готова этим заниматься, я там вот еще что-то. Сейчас я проработала это, и мне кажется, вот я сейчас могу сказать. И когда мне говорят, он говорит, например, там, вот это вот, я говорю, я ему не просто могу сказать, что я вот это не буду, я могу сказать, я не буду это делать потому-то, потому-то. И мне казалось, что я проработала это. А ситуация тянется и тянется опять. Я думаю, да что ж я такое сделала? Я же вроде проработала. Но я как бы проработала, что я могу ему сказать, но я не проработала вот это, то, что я начинаю, могу сказать с маленьким хвостиком дополнение. Я не могу это сделать потому-то, потому-то. А нужно просто сказать, не буду делать, хочешь, сам сделай. То есть, понимаешь, здесь везде есть, ты прорабатываешь, и все время оставляешь хвостики. Недоработанные вещи – это наши хвостики. Это как мальки такие. То есть ты саму рыбку проработала, а малек раз, 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 и поплыл дальше. И опять в рыбку превратился.